Бархатцы, петуни и сальвии – вот какие цветы будут радовать глаз горожан в этом году. Бавлы считается одним из самых зеленых городов Татарстана, а озеленение – один из главных пунктов благоустройства города. Ежегодно работники благоустройства высаживают около 5000 цветов. Некоторые цветы они сажают прямо в горшках, чтобы потом устанавливать в вазонах. Кованые цветочные вазоны украшают, придают эстетический вид улицам. Каждое лето их устанавливают вдоль тротуаров в 27-м микрорайоне по улицам Энгельса и Калинина. В этом году мы высадили около 5000 цветов. Это, конечно, мало, потому что везде идет реконструкция парков, поэтому в этом году поменьше высадка цветов. Красивые цветы высажены уже и в газонах в разных частях города. По словам специалистов, в это жаркое время их полив они производят с 5 утра. Одни люди стараются сделать красивым наш город, а другие портят эту красоту. Просто воруют посаженные саженцы. И в эти места работникам благоустройства приходится заново сажать цветы. Айгуль Кусенова, Эмиль Байрамов, БРТ.